Пекин готов к восстановлению переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И. Китай и США имеют разные социальные системы, историю и культуру, отметил Ван И. Наличие противоречий и разногласий между странами допустимо. Главное, не позволять различиям влиять на отношения между государствами. По его словам, деградация китайско-американских отношений произошла по вине администрации экс-президента США Дональда Трампа. Для нормализации китайско-американских отношений необходимо разрушить ошибочные представления, отказаться от предрассудков и необоснованных подозрений Пекина. За последние несколько лет США практически прервали диалог между двумя странами на всех уровнях, что стало одной из главных причин ухудшения американо-китайских отношений. Двери Китая всегда открыты для ведения диалога. Мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем.